С наступлением теплых дней начался сезон тулеремии. Инфекция передается клещами, потому рост заражаемости ею отмечается весной и летом. При этом в нашем регионе насекомые, передающие опасную болезнь, распространены в 6 районах – Уйлском, Хромтаусском, Иргизском, Айтекибийском, Алгинском и Темирском. Инфекция у человека протекает тяжело. При несвоевременной помощи может привести к летальному исходу. В прошлом году в области зафиксирован один случай заболевания. Пациент благополучно выздоровел. При посещении там природы для отдыха необходимо одевать плотную одежду, желательно светлую одежду, так как на нем легко обнаружат клещи и своевременно его удалить. А если и необходимо через каждые 10-15 минут осматривать друг друга на наличие клеща. Ну, если все-таки клещ уже присосался, необходимо его самостоятельно не надо убирать. Если есть ближайший населенный пункт, медицинский пункт, надо туда обратиться, чтобы специалист вытащил и обработал.